Ну вот, в зимний день решил домыть образцы нынешнего летнего похода на Адуй. Крупное-то я там уже выкладывал. И на сайте Перелифт, и в Ютубе. Сейчас вот еще немножко погреются. И тогда то минус 20 на улице. Может, ничего доброго и не будет, но посмотрим. Ну, вот это халцедончик тоже, по-моему. Кварчики, шпатики. Вот отмыл несколько образцов. Это точно копия Семёнинская Адуй. Эти шпаты. Как интересно он тут кристаллизовался. Видите, как солнышко лучиками. А здесь вот корка уже пошла. Вот здесь вот. Вот видите, тут уже. Вот, с этой стороны. Интересный образец. Интересный образец. Все по нему видно. Кто понимает, наверное. Шпатины какие. Вот. Видите, какой шпат. Вот он. Вот она. Это вот полость занурно обращено было. Может быть, это сухарь уже такой. Сухарь – это, собственно, постдрузовое пространство. Но, может быть, выщелоченное. Так, ладно. О, вот еще образец неплохой. Мне понравился. Это тоже из отвала копия Семёнинская. Вот так вот. Кристаллы кварца. Много мелких лежат. О. Видно, вот так вот, как поблескивают. Вот в этом направлении лежат. А здесь, собственно, почти перпендикулярно им несколько кристаллов кварца дымчатого. Это тоже кварц дымчатый лежит. Вот здесь вот. Тоже кварц дымчатый. Красава. Это пегматит. Пегматит. Вот. Червячки вот эти вот. Иероглифы. Вот здесь вот. Да, вот так вот. Здесь вот лучше видно с этой стороны. Здесь они, видите, продолговатые. А здесь вот как раз поперечное сечение. Вот так вот чуть-чуть бы обрезать ровненько. И вообще бы образец был великолепный, и пегматит бы хорошо просматривался. И все прочее хозяйство. Ладно, потом на свет выйду. Сейчас сфотографирую. Вот еще один образчик.
Ну, это точно занорыш был. Точно-приточно. Вот кристалл дымчатого кварца лежит. Здесь дымчак. Копь Семёнинская, знаменитая копь. Черт, поблескивает и непонятно там что. Вот тут вот. Может быть и берил. Но я даже не ожидал. Даже не ожидал. Здесь тоже. Может просто кварц дымчатый так поблескивает. А может и что-то интересное. Ладно, посмотрим. Этот халцедон тоже в том же отвале поднял. Вот четко видно. Видите, кварц. 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 А на нем вот оторочка, видите, корочка халцедона пошла. Вот он, халцедон. Видите, какой кварц. Очень-очень-очень мелкозернистый. Тоже образец неплохой. Еще несколько образцов. Ну, это сросток кристаллов кварца. Ничего здесь интересного нет. Отсюда же вот такой вот уплощенный кристалл горного хрусталя. Видно, что вот раны залечены. А это сросток тоже кристаллов дымчатого кварца. А это вот здесь вот поблескивает на грани. Это мелкие листочки мусковита. Вот тоже интересный образец, видите, вот эта вот порода, может пигматит какой-то видоизмененный, не знаю, но во всяком случае, и здесь вот с этой стороны порода, а это как щель между ними, заполненная кварцем, видите, бесформенный кварц, здесь вот отдельные кристаллики чуть-чуть видны. А вот с этой стороны, видите, два таких четких кристалла. Все было в глине. Пришлось вот щеточкой и зубочисткой. Видите, вон туда даже еще полость проходит. Поэтому сейчас вот почищу. Ну, видно, что дымчатый кварц. Вот дымчак. Вот так вот видно его. Видно, какого цвета он. Один кристалл, второй.
Третий. Вот тоже образец хороший. Хорошо. Вот как они пристроились, шпатики. А там вот в пазухах где-то слюда поблескивает, а где-то кварц поблескивает. Надо другие очки. Надо другие очки. А, во, интересно. Вот это интересно. Вот тоже, видите, шпатики, вон там, вон кристаллы. И здесь он, вон какой длинненький. Такие миниатюры интересные. Вот. А здесь даже вот кварчик. Как иголочка торчит. Ну, пусть сохнет, сфотографируем. По-другому. Ну, это некоторые миниатюры шпата. Ничего интересного. Вот этот шпатик интереснее, видите? Параллельное срастание двух кристаллов. Вот, один, вот второй. И здесь тоже. А, здесь даже, смотрите-ка, наоборот, крестом, если я что-то не путаю. Вот сверху вот такой вот кристалл, и он поперек, по-моему, его срастание перпендикулярное. Это халцедон с Южакова. Ну, это в память о тех благодатных временах, когда можно было по Малышеву ходить. Ничего интересного, но так, на память. Головка. Видно, что она залеченная частично. Вот это я вообще понять не могу. В другое время я бы сказал, что это бутылочное стекло. Может быть, так оно и есть. Уж слишком, видите? Слишком. Вроде как бы дно. На дно смахивает. Ну, не знаю, такое толстое дно и цвет дымчака. А это вот прекрасная миниатюра. Все равно что-то из нее выжмем. Видите, сколько кристаллов здесь. Может быть, даже целенькие где-то есть, так. Хорошие фотографии могут получиться. Ну, пока все.